Коста, функия. Это травянистое растение имеет сразу два названия. Первое было дано в честь ученого-биолога и врача Коста, второе – в честь ученого-биолога Функа. Но самое интересное то, что этот многолетник родом из Азии, а в Японии он считается священным растением. Косты отличаются неприхотливостью в уходе, морозы и засухоустойчивостью. Растение можно использовать как для одиночных посадок, так и для групповых, с целью создания живых изгородей или для фона. Листья имеют широкую палитру цветов. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.